Накануне прогремел в Дамаске в одном из полицейских участков. Это теракт. Исполнителем преступления была 8-летняя девочка. Информацию уже подтвердили в городской полиции. По данным следствия, самодельная бомба была закреплена на теле школьницы. В полицию она пришла потому, что якобы потерялась и не могла найти дорогу домой. В результате взрыва пострадал один из сотрудников правоохранительных органов. Сама девочка погибла. Следствие не исключает, что ребенка могли использовать вслепую, а поиск смертника преступники привели в действие дистанционно.